Речь шла о готовности региона к купальному сезону. Обеспечение безопасности людей на воде сейчас важнейшая задача в каждом муниципалитете. Особое внимание в правительстве просят уделить необорудованным местам купания. По статистике, чаще всего именно там происходят трагедии. В этом году, чтобы призвать владимирцев к соблюдению требований безопасности, у наиболее опасных водоемов установят баннеры. Для владимирцев подготовят статистику, сколько человек там ушли под воду и не вернулись. Еще раз обращаюсь ко всем главам. Именно такие места не массовые, да, где вот понятно, что все подходы не перекроешь, да и не надо этого делать. Но где-нибудь на подъезде, где там на машине подъезжают или там на велосипедах, там, значит, обязательно такую статистику, если она такая печальная, к сожалению, есть, надо как-то продемонстрировать. Напоминалочку такую.